Всем приветик, ребята, Кента пока на проводе. И как говорится, если критикуешь, то предлагай. Ребята, в этом видео я предложу очень крутые и очень опупенные идеи. Пожалуйста, досмотрите данное видео до конца. И если вы со мной согласны, если вам тоже эти идеи покажутся крутыми, то пожалуйста, поставьте лайк и обязательно подпишитесь на мой канал. За предоставленную информацию благодарю группу Концепты Блок Страйк. Ссылка на нее есть в описании. И наш первый концепт это, ребята, подробная статистика. Как по мне, это было бы очень полезно, дабы более детально можно было изучить статистику любого игрока. Тут у нас есть время игры за последние 2 недели, заработанные бейс-коины, потраченные бейс-коины, рейтинг, ну то есть это общая статистика. А также, ребята, не хватает пинга. Было бы довольно-таки полезно. Концепт номер 2 это, ребята, модификация. Вы спросите Кента пока, а что это такое? Ребята, в общем, смотрите, когда вы выбираете ваш скин, у вас будет появляться кнопочка «Модификация». Дальше вы, ребята, смотрите, нажимаете на эту кнопочку, и у вас будет возможность установить лазерный прицел, фонарик или глушитель. И все это, ребята, будет работать в Блокстрайке. Вы только вдумайтесь, насколько бы это было бы круто. Ребят, самое главное, поддержка от вас, ставьте много лайков, много подписок, и тогда, возможно, разработчики поймут, что вы меня поддерживаете и обязательно ведут эту идею, потому что, ребята, идея просто опупительная. Лазерный прицел, фонарик, глушитель, можно еще что-то добавить, ребят, что еще можно добавить, пишите, пожалуйста, ваши идеи в комментарии. Ну, а чтобы все это купить, вы просто, ребят, выбираете, что вы хотите, и можно купить, например, за 80 бейс-коинов фонарик. Ну, ребят, как по мне, это было бы неплохо. Следующая наша идея, ребят, проста, как этот мир. Потому что, ребят, хочу граффити, сильно хочу, потому что, ну, не хватает, пацаны. Ну, вы сами посмотрите, как бы это было бы круто, если бы была возможность сделать граффити в виде вашего ника. Ну, блин, ребят, согласитесь, это было бы классно. Следующий концепт, это, ребята, друзья. Ну, доделайте уже, пожалуйста, но это было бы так круто, если бы можно было бы выбрать своего друга, посмотреть, где он играет, посмотреть, на каком режиме он играет, и, ребят, подключиться, играть вместе с ним. Это было бы классно. Этого явно не хватает. Ну, помимо того, что можно смотреть, где он играет, также можно посмотреть его инвентарь. Вот это было бы самое крутое, наверное. И следующий наш концепт, это, ребята, добавить режим дуэли, и чтобы на этом режиме дуэли отображались аватарки, как в CS. То есть сверху, ребят, видно аватарки игроков. Ну, я считаю, это было бы классно, это было бы прикольно, если бы можно было делать аватарки, если бы эти аватарки можно было добавлять в игру. Блин, ребят, вот это было бы просто 5 с плюсом, так что, кто согласен, ставьте лайк. Ребят, на этом у меня все. Кому понравились подобные концепты, пожалуйста, поддержите меня вашим лайком, вашей подписочкой. Мне, ребята, будет очень приятно. Надеюсь на вашу поддержку. Я знаю, что вы мне молодцы. Все, ребята, всех люблю. Всем удачи, всем хорошего настроения, хороших каникул и всем-всем пока.